Так, это сказал, он что сказал, то сказал. Он сказал, что не все наши связи. Оказывается, у него камэской был Владимир Заварзин, который, мы с которым были вместе на Олимпиаде в школе на областной в Оренбурге еще. То есть намного жить перетянуло. Вы все знаете, Вадим вошел в мою жизнь вон через Андрюху Ежова, когда он мне первые диски дал, еще такие маленькие, коротенькие. Потом он потихоньку влез в мой дом, потом в машину, и теперь уже, я думаю, вы согласитесь со мной, что он в нашу жизнь вошел уже довольно-таки плотно. И поселился. Поселился капитально и крепко. У меня в машине играют только его песни. Но есть у него один маленький минус, что песни, ну вот, понимаете, вот идет песня, она кончилась, и кончилась, как мой внук арбуз съел, и плачет, кончится. Так и это кончилась песня. И вот как бы, чтобы продлить удовольствие свое, самоудовлетворение, первую песню, которую вот, когда летишь на восход, я ее первую выучил наизусть. Концепция мне, допустим, не совсем я согласен, потому что он там в середине страны жил, а я в Магадане. То есть из Магадана лететь в центр и из центра это. Поэтому это не ремейк, как называют, это не шутка, это не пародия, это просто продолжение дружеской беседы с тобой, Вадим. Когда летишь на восход, какой там спать, мы ж домой. И представляю опять, как я увижу с женой. Смогу мальчишек обнять, прижать дочурку к груди, чтоб радость встречи понять, сначала нужно уйти. Когда летишь на восход, быстрее время бежит, вот только солнце встает, и тут же катит в зенит. Еще немного, чуть-чуть, и мой стремительный ту, продолжив заданный путь, опять летит в темноту. Когда летишь на закат, то мир как будто застыл, и неподвижен парад в окне небесных светил. И так бывает всегда, когда летишь на Москву, одна и та же звезда тебя вгоняет в тоску. Когда летишь на закат, когда во время его, вот это полный отпад, и это хуже всего. Над горизонтом висит, как лампа огненный шар, и всю дорогу горит топлом огромным пожар. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой, и тут никто никогда не будет спорить с тобой. Ортодромический курс всегда короче кривой, и птицы все, кроме кур, летят домой по прямой. Летим сегодня, друзья, мы в необычный полет, в кафе «Гнездо глухаря», там, где Захаров поет. Он возвращает опять в уют забытых кабин, туда, где мог я летать, где шум винтов и турбин. Спасибо, друг, что ты есть, за память, радость и грусть. Ты собираешь нас здесь, мы не юнцы, но и пусть. Мы молодеем душой от слов и песен твоих, и вновь несет над землей твой ладно сложенный стих. Вот за это, за все, ребята, за то, что он нас возвращает в небо, за популяризацию нашей авиационной профессии. От имени комиссии по общественным наградам и памятным знакам Вадиму вручается медаль за во славу авиации. Он говорит, это шутка. Ты не поправишь, что ли? Нет, правду поправлю. Шутка вот это, чтобы это стихотворение, чтобы не обижался. А вот эти ребята, которые были тут 1 числа декабря месяца, шутку всех, кого не было, про пьяных летчиков, которые. Коротко. Пьяный летчик, создание чудное, излучая безумную нежность, приставать будет к женщинам нудно, невзирая на возраст и внешность. До оргазма словами щекоча усыпляет девчоночью бдительность, ведь не может и даже не хочет, а как просит стервец убедительно. Ребята, я сейчас гитару отнесу и выйду, кому на диске расписаться, с кем сфотографироваться. Сейчас. Спасибо.